Сегодня на ужин буду жарить котлеты. Уже подготовила фарш. Так, котлеты я слепила. Вот для этой котлетки не досталось панировочных сухарей. И для этой тоже мало досталось. Они у меня немножко получились все разного размера. Тут еще одна лежит. Вот, ну я думаю, ничего страшного. Как-то я вот не рассчитала. Котлеты жарятся, картошка начищена, нарезана, задокументирована. Сейчас пойдет вариться. Наберу тоже уже готово. Да, у меня вспышка. Я знаю, Костя, я специально включила ее. Вспышечку лучше было видно, вот зачем. Все, у нас на ужин будет вот такой вот салатик с фунчозой, морепродуктами. Вчера я его делала, и вот тут мы не доели, будем доедать. Так как у нас скоро Пасха, Остерн, мы купили вот с Костей такие вот кустики сегодня. Сейчас мы их, они, по-моему, резинкой тут перетянуты. Константин уже декорацию достает. Такая память хорошая, Костя, у тебя. Надо будет вот разрезать эти резинки. И немножко эти веточки распустятся. В этом году я не так много купила. И, ну, два пучка будет достаточно. Какой красивый. Все ты будешь. Мам, кстати, это яичко открывается. И что там внутри? Ничего. Зайца ждешь? Да. Что он тебе должен принести? Пакет сладостей. Сладости хочешь, да? Молодец. Так, ну что, начнем с тобой украшать? Вот такие вот веточки в этом году у нас получились. Они еще и Костя в этом году мне вообще не давал украшать. Все делал сам. В прошлом году уже было проблематично. В этом году я снимала видео про косметику. Больше касалась этой темы. Одежда, косметика. И действительно, в последнее время мало на канале у меня этой темы. Раньше я часто снимала, как крашусь, чем пользуюсь, что покупаю, что нравится, что не нравится. Это связано с тем, что в последнее время у меня совсем нет настроения краситься. Вот в последнее время совсем не хочется краситься, или я крашусь совсем минимально. Я не знаю, с чем это связано. Мне кажется, ну вот как-то не хватает, наверное, солнца, тепла. Нет настроения, хочется все время спать. И утром, конечно же, не хватает времени. Я, если честно, лучше подольше посплю, высплюсь, чем буду вставать там на 40 минут раньше и буду краситься. Сейчас быстро покажу, чем я пользуюсь, и вместе с вами накрасимся. Вот минимальный мой макияж состоит вот из этого тонального крема Шисейду. Он мне нравится. Со светоотражающими частичками тональную основу, потому что вот мне нравятся тональные основы с такими частичками, которые отражают свет, с немножко такими блестками внутри, кожи такая сразу сияет, не свежее становится на вид. Наношу я тональную основу вот таким вот спонжем. Больше всего мне все-таки нравятся эти спонжи, хотя они очень много продуктов впитывают. Вот это вот весь мой дневной макияж на данный момент. Тенями я не пользуюсь, поэтому как-то особо показывать нечего. Дальше у меня вот такой консилер, уже много-много лет им пользуюсь и очень довольна, и не хочу менять. Это камуфляж от Catrice. Я наношу под глаза, вот на эти синие места, которые вечно хотят спать. И я немножко пальцем распределяю, и немножечко, прям на минуточку я оставлю консилер, вот так вот распределю, и он как-то вот, не знаю, как это объяснить, то ли активируется, то ли плотнее встает, как-то он
когда я его не сразу спонжем я вбиваю в кожу, как-то вот у меня такое ощущение, что он лучше перекрывает. Пользуюсь на данный момент вот этой колоссальной, я ей не очень довольна. Хочу сменить. Интересует меня тушь от MAC. MAC, как там правильно говорить. Хочу попробовать. У кого была, у кого есть, пишите. И вот такая вот у меня подводочка от Essence. Совсем недорогая, тоже очень бюджетная и очень классная. Так, подвести ровно глаза подводкой, это сложно в моем случае. Надо постараться всегда. Сейчас еще накрашу ресницы. И все, вот такой дневной макияж, очень быстрый, за 10 минут. В принципе, макияж готов. Я сейчас немножко еще подведу губы карандашом. Мой дневной макияж с минимальным количеством продуктов готов. Время уже 7:49, а это значит, что мне пора на работу. Через 11 минут начнется мой рабочий день. Сегодня мы с Костей будем делать космические яйца. Краска для яиц нам понадобится. Уксус. Вода. Ушные палочки. Сюда мы будем яйца выкладывать. И салфеточек. Начинаем. Распаковывай таблетки. Хотя не умею. Мы приготовили с Костей 5 емкостей. Сейчас надо в эти емкости, у нас 5 разных цветов, и сейчас надо столовую ложку воды, добавляй, Костя. Здесь у нас в стакане вода. Одну? Одну в каждую емкость. Столовая ложка воды. Молодец. Еще. В каждую. Молодец. Можешь сюда не трогай. Чуть побольше сюда добавить. Только не трогай ложкой и краску. Чуть побольше? Да, добавляй. Сюда? Да. Молодец. Дальше. И фиолетовую надо. Ну, побольше. Ну, добавь. Добавь. Водичку добавляй. А те краски, где ты воду добавил, уже начали растворяться. Видишь, как красиво. Там уже они космические. Так. У нас на заднем плане стирает стиральная машина. Ты ложку не задевай, пожалуйста. Краской не морай, а то не получится. Столовую ложку воды во все краски добавили. Молодец. Съемка пошла. Уксус добавляет мама. Чайную ложку уксуса надо добавить. Я не знаю, сколько процентов, не знаю. У меня... Фу, уже пахнет уксус. У нас 25-процентный. Все, давай, снимай. Камера. Мотор. Уксус. Чайная ложечка. В синюю добавлять? Да. Не дыши сильно. Раз. Теперь куда? Классную. Чуть повыше камеру. Классную. Красную. Добавила. Дальше куда? Оранжевую. Добавила. Фиолетовую. Добавила. Зеленую. Добавила. Так, уксус и вода сделаны. Теперь надо все перемешать, наверное, немножко. Нет. Давай посмотрим рецепт. Будем брать яйцо, заворачивать его в салфетку. Да, вот так вот, как конфетку. Поснимай, пожалуйста. Понимай, как мама заворачивает яйцо. Как мама яйцо заворачивает. Видно мои руки? Угу. Заворачиваем вот так его, как конфетку. Подготовим сейчас все яйца. Да. Так, хорошо. И покладем на тарелку. Видно? Видно, видно. Так. Видно. Все видно. Ниже снимай. Так. Я буду класть. Ты будешь? А, кстати, у нас там все трясется. Ну, пускай трясется. Это стиральная машина отжимает, ничего страшного. Ты смотри в камеру, пожалуйста. Ты же оператор сейчас. Работай. Так. У меня руки устали. Что-то у меня такое ощущение, что я здесь две салфетки взяла. Точно. Руки устали? Угу. Тяжелая работа, да? Да. Все видно. Ну, наконец-то, последнее.
вот образом мы завернули яйца. И теперь в каждую краску надо добавить ушную палочку. Давай, Костя. Да, пусть они пропитываются краской. Так, молодец. Красавчик. Все. Теперь мама наденет перчатки, и мы приступим к самому интересному. Больше. Она должна пропитываться. Сейчас посмотрим, что у нас здесь получилось. Прошло 20 минут. 20 минут уже прошло. Прошло, уже прошло. Можно разворачивать. Мои. Ничего интересного. Чуть не развила. Мое яйцо! Чё-то так себе. Космос-то получился не очень, не работает. Поклади, оно еще должно высохнуть. Вот это мое яйцо. Поклади, пожалуйста. Мне. Стой, мама, вот это тоже мое. Так, в общем, вот такие яйца получились. На космические яйца они, конечно, не похожи. Очень слабо похожи. Лайфхак из Инстаграма не работает. Но все равно такие вот полосатые, интересные. Вот это мне яйцо нравится, как получилось. Надо было больше их пропитывать, я так понимаю. Ватными палочками это точно не сделать. Это надо лить. Может быть, пипеткой наливать краску. Ну, вот как-то вот так вот получилось. Тоже довольно-таки интересно. Вот это интересно. Вот это самое красивое. Мне нравится больше всего. Полосатенькое такое. Какие-то яйца динозавра.